Что он делает? А, он совком. А, ни хрена себе! А ну-ка, мне даже интересно. Всем ураган, с вами привет, и сегодня вместе со Знатом мы вернемся в ММ. Да-да, вы не ослышались, не на фейсит, а именно в ММ. И по факту в КС я не играл 2 недели, не размятый, залетели, посмотрели и очень даже сильно удивились. Ну а перед началом ролика не забывайте залетать в описании, там есть ссылка на Зната, на Twitch и телегу. Ну а я не буду задерживаться, погнали. Let's go, идем на... На нахрен, лоху в лицо. Ты мой смог. Нас бомбы выбили. Это непривычно после Апекса вообще заходить и как-то стрелять, ну, по-другому, максимально. Я привык там к урону, то, что он там стакается, все дела тут на, в пульку в лицо, и все легко. У нас фиолетовый зашел, нифига себе. Он у меня замутанный. Да, у меня тоже, он у всех замутанный. Боже мой. Да этот идиот вообще. Что он делает? А, он совком. А, ни хрена себе! Let's go! Посмотрите на. Че Кентик делает-то? Ууу, пошло! А ну-ка, мне даже интересно. Что это такое вообще? Так, фиолетовый. Я смотрю за ним. Уф, Знат лучше. Тоже софтой, походу, играет, это ваш Знат. Вот оно, ММ 2021. Не играй ты, значит, в ММ. Сколько я в нем больше года не играл, наверное. Ой, жесть. Походу, сейчас чисто они сдаются и... Жесть. Let's go, Знат. Да, я в мид. Мне пофиг. Так, а, ладно, я в лон. Мне ближе. Тон-тон. Это мид. Понял, принял. Лучший. Просто уволил лоха. Один черт прошел. Я буду ловить лоха. Ой-ой-ой. Клатч 1 в 3. Собака. Ну ладно, ладно. Повезло, повезло. И показывают, как в миду надо делать. Чел, это ММ, забей. А мне интересно, они реально типа сидят такие, а хочу глобово себе апнуть. 32. Let's go. Как мы это берем? Я не знаю. Так прикол, походу. Вон, вон, полетел, чел. Чё творится? Хрен поймешь. У меня украли, мразь. Ну ладно. Ну, как-то вот так вот и идет от ММ. То есть мы, да, мы гении какие-то. Сейчас они как бог подрубят. И легко будет. Окей, проскакиваю, даю голову, смотри. Сейчас все будет. Максимально будет красиво. Я вот тут лечу, вот так вот. Уф, легко попал в лоха. Нет, ни в кого не попал. Походу будет мид. Пальма есть. Они не могут на Б выйти? Да ты гнилая. Какой Б? Ну, в жизни не светит. Мы 2 дыма одновременно. Нормально, так надо. Так, нижняя. Чё? Пацаны? Нижняя. Let's go. Знат, я с тобой. Нормально. Выдержим, продавимся. Мид один. Let's go, пошел он сюда. Нижний еще. А, еще мид вышел. Давай, Знат, покажи им класс. А, и там сможет его. Давай. Чего вообще? Как тебя засейвили? Я не понимаю, чего там ММ творится. О, Знат, дай авик. Фига себе, ты... А что у него за название-то такое? У нас появится его танул. Я что, навик сейвит. Ну вот, они сказали, что он с авиком. Да я слышу. На нахрен! 9-й левел, фейсит, а вернулся в CSGO. Слева. Не убил, ну как-то. Один на пальме. Пальма. А, мид вылетел! Говню. Да вы задолбали, алё, 9-й левел фейсит это писать. Да и что, я не играл в эту игру 2 недели по факту. Чё вы до меня докопались-то конкретно причем? У меня реакция стала просто как у деда какого-то. Один суицид. Да ты сука! Суицид из медлавик, Знат, можешь забрать. Где, Знат, выбивай. На выбивание играешь. Давай.
Каждого убиваешь. Давай, знат. Знат, нас убивают. Вот давай, я знаешь, я для прикола беру твой прицел. И иду сосать сова на Б. Сити. На планете. Я думал, у тебя двое в сайте там стоят. Ну, были двое. Уф, уф. Прицельчик, ты как трясется. Уф. Знат, давай, нам надо показывать. Класс, мы как бы девятки фейсита. Нам надо что-то делать, понял? Да, быстро надо все это делать. Есть шорт. Бил одного. Тёмка. Лонг один. Ну ладно. Так что быть, мы их того. Калаш хотя бы засейвил, не? Нихера они там встали. Ну его нахуй, господи помилуй. Этот мид ебучий. Да блядь, чё за бред? Давай, Знат, решай просто вопросики. Против этих ебучих песиков. Уф. Ну это просто руина, ты посмотри на него. Вот Знат там потеет, пытается, он, сука, стоит АФК. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай. Гентик, поднапрягись, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Все, какая жопа, мы проиграли, Знат. Это игра отдана, как бы. Раунд пройден, война продана. Что нам делать, Знат? Надо быстро решать, принимать решения какие-либо. Ну ладно, я с тобой тогда. Мне потом штабик потом спиздить надо будет. А возможно... Я на пик. Какой пик? Вон какой. Нижний еще. Ну его нахуй. А вангу еще че был? Да. Знат, бустани вот туда на бокс. Сядь, 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 сядь. Все, найс. Ты... Все, это жопа. Я это после этого реально продаю нож, продаю все скины и ухожу из КС. Я не хочу в нее больше играть, я в ней сосу конкретно. Самое главное, запрещенку не кину. Молодец, мальчик. Все нормально, сейчас все будет, Знат. Не беспокойся, понял? Сейчас 5 голов от меня полетит, клянусь. Ты что, нож не продал, какие 5 голов? Нормально, нормально, нормально. Ты думаешь, от этого все работает? Блять, они втрое-четвером слепые, меня все равно убили, как? Гений, гений. Стой, чё, не стой, все равно в рот высаду. Кент, они все на лангу. Он с автом играет, он спалился. А нахрена они его пушат? Вопрос остается ответом. Все, чел с автом спалился. Просто максимально спалился. Эх, им как везет, Знат. Что нам делать? Нам надо выигрывать, Знат. Это 100%. Вот эту катку выиграть. Взять и выиграть, понял? Руками. У меня 4 кила нормально. Самое главное не сосать бибу, понял? Да мы чисто все уже опорники апвента, я так понял. Ну нахрен, я его продам лучше. Все, пошло выбивание, смотри, показываю. Готов, Знат? Нет. Ну и ладно, хрен с тобой. Выбивание закончится на пике, твоем ты пик и нет тебя. Я почему-то так и думал. Перенервничал парень, все нормально как бы. Такое в жизни бывает, самое главное на его месте не расстраиваться. Это самое максимально просто главное, не расстраиваюсь. А чё они в миду перестали стоять? Пэшка мид, читонят мид. Собака в миду один у дверей. Да, ты с рабочим тропом играешь, я тебе скажу. Вас бомба, если чё, у бокса. 3 патрона. Ему хоть что-то смотреть надо, если чё, потому что он бокс смотрит. А там синий просто потеет максимально. Как же синий горит. Канар бокс запрыгнул. Там он, не, он летел вообще пиздец. Ух, проснулся киберспорта в моей душе. О, как так? Знат, ну я бы тебе дал вот это вот. Возьми попыт такой. Он вообще прекрасный. А диффуза купить не судьба, да? Ну ладно. Сука! Один на пальме стоит. Ну как так? Боже. Я куда у меня приписка киберспорт делась? Пистога, в смысле киберспорт? Здесь киберспорт на месте. Давай, Знат. Уф, вынес раз мусор. Давай двоих туда же. Лучше и последнего просто сживал как жвачку черничную. Ладно, если не любишь черничную, то можно томатную. Он зике. Блять. Ну не повезло, не фартануло. Просто, ну как бы крыса конченая попалась в твоей команде. Это синий. Let's go. Тун-дун, ту-ду-ду-дун-дун, ту-ду-ду-дун-дун, ту-ду-ду-дун-дун.
Ну ладно. Уничтожили ваха. Дальше. Оп, что за... Что вот это такое? КС кусок говна. Просто во всем виновата игра, не мы. Да синий такой налячий, я в шоке просто максимально. О, вылетаю, открываю Б, показываю. Да, блядь, там вдвоем стоят две гнилые суки. Уф, синий гений-то какой. Ладно, все, я в КС, ой, в КС с дигвом играю. Но в КС больше не играю. Мой голос на. Дун-дун, ту-ду-ду-дун-дун, 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 ту-ду-ду-дун. Как так? Со всех сторон черти окружили! Да, они просто играют, ничего не ждут. Нижняя, нижняя, нижняя. По фиолетовому жопа сейчас, смотрите. Чпамп нет фиолетового. Летит. Не сдох, ни хрена. Ты киберспорт, значит. А, нет, сдох все. Ну, бывает, что сказать такое в жизни огорчение. На Xbox'е хреном трется об диван. Топоголовый мальчик по имени Иван. Все, можно в репочите. Ну, синий, давай попади хоть раз, пожалуйста. Выходишь, убиваешь, давай. Прям сейчас, своего нагатого феникса. Да, тут фики, профессиональные пошли. Все нормально, я покупаю калаш, и мы идем пушить. Просто максимально забирать раунд за раундом. Просто я бегал все это время с диглом, некомфортно было, неудобно, все дела вот такие вот. И как бы да-да я. Ага, сейчас опять, да, отлететь решил? Кто? Ты кто? Не-не-не, кажется. Показываю знак. Нижняя, смотри. Ах ты, гнилой патруль. Минус 59 слева, знат, убивай его нахрен. Давай, знат. Давай, знат, сзади калаш! Подобрать, сожрать! А, забрать калаш. Ну, ладно, с Галилем хочешь побегать, ладно. Ну все, мы начали стабильно раунд за раундом брать. В Б дверях, знат, убивать надо. Не-не, он на мид ушел, знат. Знат, на мид ушел. Блять, куда я знаю, он здесь топтал. Уф, ну синий, ладно, повезло ему в этом раунде зарешать хоть что-то в его жизни. Вот такое вот ивентовое, так сказать. Нормально, пойдем дальше. Шварт бежит. Ну помоги ты, сука! Спасибо, знат. Да ты был, не знал. Прости, пожалуйста. За обзывашки. Ой-ой-ой, знат. Убил лоха. Дальше идем. Разнос просто в бурю. Нижняя. Нижняя и двери. На Xbox'е. Почти. Уф, знат, развалил. Ну все, мы начали периодически брать раунды. Это хорошо. Прям максимально периодически, но согласен. Все будет в порядке у нас в дальнейшем. Оп, полетел первый. И последний. Второй полетел. Третий полетел, знат. Где последний? Узнали просто. Минус 4 от 9-го левого ага. Фейси. Это просто пошел. Слабенько. Не-не-не, кажется, я кажется. Я должен эйсы давать. Не-не-не, тебе кажется. Сейчас все будет. Мы вот этого с икона на этом спокойно догоним. Сейчас все нормально у нас будет. Понял, знат? Угу. Показываю. Флешка говно ебаное. Убил лоха. Фленту, знат. Там еще вроде авик. Сайте авик. А, убил авик, знат. Проходи. Бля, смог в дыму в упоре. Шорт еще один. Шорт, ласт. Знат, ну как тебе такое? Просто разыгрался, показал, что такое киберпор. Оф, не чувствую этот ММ ваш, просто ничто передо мной. Ой. Все нормально, сейчас дальше лучше, дальше жестче. Уф. Как я не попал по нему, ну что это такое? Пошел нафиг отсюда. Уе. Спасибо большое, все, дальше брутальным голосом что-то говорим, ведь мы сила. АКТшники могила. Все, на вангу мы... Один. О, блять.
Вот так вот делай 9-й в ММФ-фесте, да. Понял, знаю. Мы поддавались, я просто хотел дать им фору, маленькую совсем фору. Вот так вот делается. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Все, потому что заряженная музыка идет. Все, пойдем дальше, дальше, дальше. Бежим, 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 бежим. Смотрю за гибонами. Нет гибонов. Ай, флешка говно. Смог говнище. За плентом наблюдаю. Мне кажется, нас сейчас обойдут. Почему это мудило не убило? Ай, руина такая там. Мы спокойно могли просто взять, забрать это все. Нет, он не смотрит. Он просто, ну не понимает. Эх, как так? Как так? Вообще не понимаю. Вот так, вот все, идите на Б. Я сейчас показываю, как надо простреливать миду. Не прострелил. Прострелил лоха. Эх, ну ладно. Пойдем под Б. Да, блядь, он пик... Над, как кидать в двери? Подойди к ящику к деревянному в упор. Вот этому? Левее, нет, левее, где замок. С стороны замка, да. Теперь вверх наводишься. А в уголок. Вот сюда, чуть выше, чуть выше, чуть выше. Вот так, чуть выше еще. Вот так примерно. Ай, крысы. Ему повезло. Нормально, они заруинили, они бомбу мне не забрали. Ладно, не повезло, не фартануло. Говно просто, игра, просто не понимаю, как в это играют люди. Все, мы вливаем и удаляем ее нах.